вообще в музыке в новой, и в сжатые сроки ребята сделали, что могли. Если что-то не получилось сложных сочинений, мы просим прощения, в следующий раз, так сказать, будет. Все обязательно доделано. Да, но старались, так сказать. И все равно спасибо ребятам, они сделали колоссальную работу. Наше произведение не так уж легко исполнять, понятно. Вам спасибо большое, и надеюсь, как Рада сказал, начались какие-то вот... Да, я вообще хотел, чтобы это было все постоянно. Да. Как у нас вот сейчас возобновляется с Белоруссией, вот у нас представители Союза КПРФ Белоруссии, и Беларусь Молота, и Пилатов, и Никита Розенберг. Да, они из Белоруссии. Мы сегодня приехали, и вот у нас один человек. Да, сегодня приезжает, но вот мы просто... И через них уже и Союз КПРФ Белоруссии очень в тесном контакте с нас. Сейчас Украина, вопреки всем, все-таки идет на контакты, мы, конечно же, не будем эту руку отрубать. Туркменистан. В общем, очень разные республики, и очень хорошо, что вот с Арменией у нас такие теснейшие связи, тем более, что многие... А, вот, у меня тоже, да. Ученик Арамыча Хачатуряна. Будешь? Это здесь же Чаковский. Да. Еще и вспоминали как раз, да. А я ученик Арамыча Хачатуряна. Даже у нас такая Хачатуряновская династия, то есть мы очень тесно связаны. Мы, кстати, говорили во время обсуждений о традициях, о схожести мышления в музыке. Вот надеюсь, это все будет продолжаться, и наши проекты будут иметь продолжительный характер обязательно. Давайте, я очень рад, и не только, и чтобы не только в Москву приедете, потому что мы как-то Москва. Столько городов интересных, да, поместить мне в нашей стране. Так что я очень надеюсь, что вы и на Урал приедете, и в Казань у вас выведете. Главное, что дан старт. Самое главное. Да. А остальное... Так что спасибо. Еще возьмите все журнальчики, раздадите в Союзе Армении. Это вам, все вам, презентики. Вот, вам программки вот там еще возьмите, еще афишки я вам дам тоже. Так что, друзья мои, спасибо вам всем за сегодняшний день. Да, Никита Розенберг не успел показать.